В районе Снеговой Пади водительница внедорожника устроила ДТП с участием пассажирского автобуса и машины такси. Причиной аварии, по всей видимости, стала невнимательность девушки. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса практически полностью блокировало движение на въезде в Снеговую Падь. На видеозаписи, сделанной регистратором, установленным в салоне Suzuki Skoda, видно, как хозяйка джипа планирует повернуть в направлении улицы Адмирала Горшкова. Автомобилистка давит на газ, несмотря на то, что в этот момент по главной едет автобус. Расплата за беспечность наступает мгновенно. Удар был такой силы, что Искуда развернула, а у Мана вырвала бампер, которым он поцарапал стоявший на перекрестке Рено Логан, принадлежащий одной из таксомоторных фирм города. На перекрестке передо мной резко повернула скудик. Экстренно не тормозил, потому что люди бы упали. Поэтому ударил его, как бы остановился. Скажите, мы машину видели на повороте? Машину на повороте очень быстро. То есть машина прямо перед автобусом? Она прямо передо мной была, да. Свою вину изначально хозяйка Искуда признала, но спустя пару часов в момент разбора ДТП в присутствии госавтоинспекторов автомобилистка заявила, что уже завершила маневр в тот момент, когда в нее врезался автобус. По счастливой случайности, никто из пассажиров и водителей во время аварии не пострадал. Весь ущерб носит исключительно материальный характер. У потерпевшей стороны довольно-таки серьезные повреждения, страховых выплат по ОСАГО не хватит, и водитель, точнее его начальство, намерено подавать иск в суд на водителя виновного автомобиля. Скорее всего, недостающую часть выплат автомобилистка возместит автопредприятию из собственного кармана. И это не считая того, что свой автомобиль ей также придется восстанавливать за свой счет.